Всем доброе утро, воскресенье. Сегодня 24 марта. Как-никак. Вчера у нас на нашей площадке был субботник. Мы тоже в нем принимали участие вначале. А потом тоже пошли гулять. Вот как преобразилась наша площадочка. Как почистили снег. Вот, энтузиасты и неравнодушные владельцы питомцев в Москве, микрорайона Кожухова. Мы не с инспекцией снимаем, а мы просто радуемся и хотим порадовать свой глаз, свои глаза и ваши. Вот у нас стало намного чище. И на душе, и на площадке. Сейчас 5:30 МСК. Напоминаю, мы находимся в Москве. На любимой площадке Татоши и любимой площадке всех собачников микрорайона питомцы в Москве. Скоро снег еще сойдет на нет. И тогда к дню рождения великого Ленина здесь, наверное, пройдет еще один субботник. Но воды в этом году будет очень много. Очень много. Возможно, даже ее придется откачивать машиной-цистерной. С трубой. Но это, как говорится, поживем увидим. Вот такая наша площадка. Татоша там с утра пораньше уже пробует талую воду. Он, как всегда, экономит дома на питьевой воде и утоляет жажду талой водой от снега. Не знаю, утолишь ей жажду или нет, но по крайней мере мы сегодня сменили комбинезончик на почтовый. Вот. Вот такая вот спокойная у нас ситуация. Никто пока нас не беспокоит, но, как говорится, какое наше время. Да, ты тоже? Давай мы тебя крупным планом возьмем из всех планов, здесь ты самый крупный. Вот. Вот такая лужа уже есть. Так, вот по последнему идет. Вот. А на входе у нас прямо водное препятствие. Вчера, наверное, лопатами все-таки немного разогнали воду, но все равно приходится. Папа сегодня на пятках проходил. На пятках. Прямо на пятках. Но ноги не промочил. А это тоже в сапожках. Ему, как говорится, по сапожкам все. Вот так. Всем хорошего настроения. Хорошо провести воскресенье. Ну, а мы его уже начали проводить. Все хотят хорошо провести время. Но помните, время оно такое. Время его не проведешь. А то, что он, папа бросил ему оранжевый мячик, сейчас, скорее всего, Татоша придет его жевать, подбрасывать вверх. Но я уже не буду включаться. Если придет какая-нибудь его подружка и захочет его погонять немножко, тогда мы будем в эфире. Мы будем с вами. Татоша, иди, иди, вот мячик папа сейчас бросит. Все, мяч брошен, давай. Иди. Немножко папа поснимает, как ты им играешь. И все. Либо ты уже устал, напившись воды. Сейчас ляжешь и будешь его тщательно пережевывать не в пищу. Но, скорее всего, вот так. Пойду и я присяду где-нибудь, притулю попу и отдохну от этого репортажа. Все, всем пока.